На этой неделе в Чувашии проходит этап Приволжского федерального округа 5-й летней спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике. Соревнования идут на базе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 6. Честь Чувашии защищают 8 спортсменов, в их числе юноши и девушки. Брусья, бревно, вольные упражнения, опорный прыжок, динамика и гибкость, сила и красота. Ученица Чебоксарской школы номер 57 Катя Андреева занимается спортивной гимнастикой с 5 лет. Каждый день она проводит в зале по несколько часов. Так куется олимпийский характер. Я занимаюсь гимнастикой 8 лет. Мне привели родители. Мне очень нравится. У меня были соревнования первенства России, ну это уже серьезно. Вот. Спартакиада тоже была один раз. Катя тренируется под руководством Маргариты Владимировны Ивановой. Тренер и подопечная понимают друг друга с полуслова. Катя Андреева, я тренируюсь с 5 лет. У нас 5 лет набор идет. Но она всегда была такой ответственной, трудолюбивой. И отличалась вот обязательностью. И скажешь, столько сделать, а она обязательно сделает столько. Вот. И потихоньку-потихоньку мы с ней учили новые элементы. Ей очень нравилось. И у нее пошел рост незаметно, даже сама не заметила. Свои возможности готовится продемонстрировать и Антон Антонов. Юный гимнаст, 9 лет в спорте. Молодой человек уже дважды побеждал на кружных состязаниях. Подтолкнули меня заниматься гимнастикой мама, так как говорила то, что типа, я очень... Резвый, бегал все время по дому. Много энергии было. Вот решили меня на гимнастику отправить, а потом дальше сам занимался. Интересовался этим. В состязаниях принимает участие около 70 юных спортсменов из 12 регионов Приволжского федерального округа. Согласно программе стартов, в течение 4 дней они разыгрывают награды в личном зачете в отдельных видах, а также в многоборье в личном и командном зачетах. По итогам этого этапа спартакиады 4 из 10 команд пройдут в финал, который состоится в Казани. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.